Сегодня я буду варить своим малышарикам готовые магазинные турецкие манты. К мантам, с мантами точнее, подается сливочное масло. Вот растапливаю сливочное масло. Чуть-чуть томат. Я совсем немножко делаю. И добавляю сюда мяту. Это все на медленном огне. Так, где моя мята? Так это делается, это очень вкусно пахнет. Буквально минутку. И все. Здесь у меня уже готов йогурт с чесноком. Йогурт, чеснок и соль я делаю. Ну ладно. Понятно, да? Йогурт, чеснок и соль. Вот они, магазинные манты. Маленькие. Вот так это все подается. Можно без томата, но я люблю с томатиком. Так, водичка еще не закипела. Так, это уже можно выключать. Все. Варятся они как обычные макароны. Мама, покажи. Что показать? Вот. Мим-мим-мим. Вот. Пальцем не трогать. Горячие. Это? Тоже горячие. Это покажу. Это покажи. Не могу показать. Покажи. Вот отсюда видно, там в кастрюле вода и все. Пойдем посмотрим, что там Аслан делает. Разбросал весь пластилин. Ты же не открыл? Нет. Нет, молодец. Он знает, что он его откроет после еды. Даже? Видишь? Молодцы. В этом плане они молодцы. Они, они ждут. Что? Там чего-то есть внутри? Нет, у мячика внутри ничего не бывает. Там только воздух. Его надувают насосом, накачивают. Там только воздух бывает. Больше ничего. Когда воздух оттуда выходит, мячик становится мягкий. У тебя 2 или 3 мячика есть дома? Они мягкие стали. Потом, когда мы на дачу поедем, папе или дяде Мураду скажем, они его накачают насосом. И будет он опять твердый. Мячики. У тебя же есть один желтый мячик? Забыл? А тут накачают. Накачают. Там дырочка должна быть. Есть дырочка? Закрытые, покажи. Да, оттуда. Только ты не открывай ее. Если ты ее будешь открывать, весь воздух выйдет, и он станет мягкий. С ним играть ты не сможешь. Угу. А кто пластилин разбросал? Мне кажется, это ты сделал, нет? А кто у нас обманщик? Мне кажется, что разбросал Аслан. Яйцо. Яйцо это сделала? Да, это. Тогда я больше такие яйца шоколадные не куплю. Домой не принесу. Они какие-то очень невоспитанные яйца. А-а. Мы больше их не принесем домой, да? Принесем. Ну ты же говоришь, яйцо вот все разбросало. Значит, невоспитанное яйцо, и домой оно больше к нам не придет. Придет. Это ты разбросал? Да. Надо собрать, даже? Молодец. Молодец. А еще лучше положить это все туда на стол, чтобы когда вы захотите играть, чтобы они на столе лежали, пластилин. Так, у меня, наверное, там водичка уже закипела. Так-с. Ай, меня все бьют током. Я не знаю, что происходит. Дети меня бьют током. Одежда меня бьет током. Одеяло меня бьет током. Техника. Все бьет меня током. Что это может быть? Итак, вот они манты.
Их можно подавать жидкими, типа как плавающими в бульончике, в большом количестве бульона. Можно подавать как макароны, можно подавать в маленьком количестве бульона, кому как нравится. Я постараюсь сделать пожиже. А еще они бывают вообще меньше, чем вот эти даже. Представляете, их лепить? Но это, мне кажется, на машине готовится, конвейер, наверное, готовит их. Вот, а так их готовят вручную, маленькие, вообще такие манюсенькие бывают. Что они там делают? Понаблюдаем. Ты будешь укладывать? Мне кажется, тебе лучше сесть вот сюда, солнышко, потому что удобно будет качать. Оттуда тебе неудобно будет качать, сынок. Или на диван сесть. Там очень высоко, стул очень высокий, мама. Или на диван садись, или сюда, тогда тебе удобно будет. Что сделать? Ой, опять меня током ударило. Мама, солнышко, давай, как мама сказала. Какать есть? Пойдем, мамина, какать. Пойдем. А где осла? Пойдем поищем. Осла! Ты где? Мама, ищи. Где Аслан? А ну поищи. Где Аслан? Зейра, где твой братик? Аслан. Вот. А. Ты котенок? Ты злой котенок? Да? А почему ты злой? Ты не злой? Ты хороший? Ты хороший, добрый котеночек. Мамин котеночек. Мур, мур. Вещи только не бросай, солнышко, хорошо? Красивые картины? Да. Тебе какая нравится? Моя и твоя из Зейрашкина. Да. А люстра нравится тебе? Вот, люстра. Откуда свет идет? Что она тебе напоминает? На что похожа люстра? Лампу. На лампу? А мне кажется, она на облачка похожа. Не похожа на облачка? Похоже. Красиво? Да? Ага. Все, слезай давай, солнышко, идем. Слезаешь? Там? На ручке. На ручке. Мяу. Котенок, мамин, мамин котенок. Вот еще один котеночек здесь. Вот. Сколько у меня дома котят? Вот. Сколько у меня дома котят? Так, манты мои сварились. Сейчас покажу. Ну, солнышко, ну, когда я готовлю, хотя бы не залезай. Вот мне приходится вечно вот так все закрытое держать. Так, хорошо, на печку он не залезает. Вот они. Видите, бульончик. Солнышко, ну отдай ее розовое яйцо. Они одинаковые. Да, розовое ее, голубое твое. Какой? Так, сейчас будем кушать. Не сейчас, я сейчас в тарелочку налью, когда остынет, покушаем.
Вот так это все выглядит. Давай, Зверуня. Какую хочешь? Мы же кушать сели, наверное, нет? Да. Да. Кормлю я их до сих пор с одной ложечкой. Кормлю сама. Мне так удобно. Солнышко? Вкусно, мама. Я знаю, вы же любите это. Её дай. Получается, как... пельмешки в бульоне, но мама, здесь бывает очень мало мяса. Мама, ее дай. На, Лялечка, ты тоже покушай. Сейчас маме надою, конечно. Ой, заедаем. Ты тоже, Ляля? Мама, он не вырос. Надо ее посыковать. Что надо делать? Ты делать. Солнышко, мне кого кормить? Лялю или тебя? Меня и Лялю, и меня. Мама, и Лялю, и меня. Ну, Лялю чуть-чуть в сторону хотя бы отодвинь. Мне же неудобно ложку нести ко рту твоему. Ляля мне мешает. Вот так. Ну, вот так удобно. А вот так? Раньше я часто снимала, как они кушают. Давно не снимала. Мама, а вот так? Вот так тоже можно. А вот так? Нет, мне неудобно. Вот так. Лялечка. На, Зверуня. Капнула. Капнула? Когда она успела капнуть? Ай, все они мне показывают. Господи. Мокрая, мама, мокрая. Высохнет она. Если вы будете сразу ротик открывать, не будет никуда капать. Если мама будет с ложкой стоять, то будет капать. Я не капаю. Давай. У меня не дает. Как это тебе не даю? Я разве не даю тебе? Ну, надо аккуратно смотреть за лялечками, чтобы они не падали. Вы когда маленькие были, вы тоже падали. Особенно ты часто стукался лобиком своим. У тебя на лбу всегда бывали синяки. Там что ты падал. Все, не плачет она? Все хорошо у нее? Да. Ну, аккуратно. Теперь она детокс. Давай. Мне не даешь? Ну, конечно, тебе же вообще ничего мама не дает. Да. Я дам. Так, мы за стол сели не играть. Играть надо было в комнате. Hello. Мы сейчас в комнате что делали? Читали. Читали. Что мама читала вам? Рисуночки. Мемочки подарит, когда папа приходил. Ну, когда папа приходил, да. Что мама вам читала сейчас? Сказки. Сказку про что читала? Ты можешь рассказать? А Тризор. Про Тризора читала стишки. Еще что читала мама? Зайчика читала. Про зайчика читала. Все? Курочку читала. Про курочку читала. Еще что читала? Асланчик, ты тоже расскажи, про что мама сейчас читала. Красную шапочку читала. Красную шапочку не читала, да. Аслан забыл, про что мама читала? Ну все, закрываюсь. Покушали? Теперь можно кушать киндер. Да? А ты киндер. Вкусное? После еды можно кушать киндер. Молодцы.
А ты киндер. Это киндер-яйцо. Киндеры же разные бывают. Это киндер-яйцо. Ну, попроси тогда сестренку. Надо попросить. Спорить не надо. Всем привет. У нас утро. Я готовлю оладушки. Рецепт оладушек у меня есть на моем канале. Ну, я-то уже на глаз готовлю, а так изначально рецепт, по которому я готовила, есть на канале. Раньше готовила только из пшеничной муки, сейчас иногда смешиваю с кукурузной. Это уже смешанное с кукурузной. Хочу попробовать шоколадными капельками сделать. Здесь у меня шоколадные капельки. Сейчас я их достану. Много не буду класть. Попробую. Моим детям, может, не все понравится просто. Берем вовнутрь. Можно было, конечно, в тесто добавить сразу, но... Мне и так не сложно. Итак, смотрим, что там у меня. Одной рукой сложно, но возможно. Сейчас я все переверну. Это голубок из меня. Ты тоже ждешь, да? Самого первого всегда кормлю, конечно же, его. И все равно он всегда голодный. Вечно голодное существо. Так, все, можно вытаскивать. Видите? Шоколадка осталась внутри. Спустилась в соседний район. Хочу купить осветитель для волос. Потому что я уже не выдерживаю смотреть на вот эту вот порнографию. То, что у меня на голове. Все-таки я решила красить сама, потому что я 100% покрашу волосы лучше, чем в салонах, как мне красили здесь за не маленькие для Турции деньги. Вот. Осветитель шестерочку я купила. Так, хожу, может, еще что-нибудь увижу. Как-то так выглядит райончик. Вот здесь есть магазин, все для дома, мелочи такие. Токио базар называется, мелочь всякая, чего только там не бывает. Я помню, что что-то мне нужно было для дома, а вот что, я не могу вспомнить. Вечно у меня так бывает. Я думаю, не только у меня. Очень холодный ветер. Тем более, если ты в тени, то просто звездец холодно. Думаю, может, где-нибудь сесть чаю попить. Кстати, я сегодня даже не позавтракала. Приготовила оладушки. Ну, пару оладушек я съела, не буду врать. Пару оладушек съела, а дети тоже по две, по три, по-моему, по три оладушки съели, и все. Все, мама, мы наелись. Остальные оладушки я все отправила... А, клубнику надо будет взять на обратном пути. Я все отправила в садик, чтобы они там с детьми поели хотя бы. Ой, так вот. Я живу там наверху. Я сама иду, не знаю я, куда иду, чего иду. Просто смотрю магазины одежды, не захожу, потому что одежду я покупать, ну, не вижу необходимости. Сейчас вообще она не нужна. У детей дофига всего, у мужа все есть. У меня тоже, кстати, я буквально неделю назад избавилась
от 80% своих свитеров, которые у меня висели. Даже год один раз, который я не успевала надевать, избавилась. Чему очень рада. Да. Шапки, кепки, домашние яйца. Здесь вплоть до мопедов продают, все, велосипеды, мопеды, стиральные машины. Господи, это какой-то магазин. Крышек, перемешку все продают. Так, здесь у нас продуктовый. Ну ладно, я пока закрываюсь. Как же без голубей? Сидят на машине, там, тут. Я, как всегда, не сдержалась и купила зеирашки всякие резиночки. Не могу сдержаться. Ну и, конечно, решила покушать вредной еды. Как же без этого? Бургер Кинг. Но здесь на улице так дует. Может, думаю, зайти внутрь. Ой, поела. Теперь иду пешочком домой. Как вы можете наблюдать, у нас все еще на улицах, хотя запрет снят уже сколько недель. Запрет на выход без маски снят. А на улицах ходят в масках, как дети, так и взрослые. Даже по две кто-то умудряется носить. Сильно жить хотят, видимо, вечно. Ух. Поела, это хорошо стало. Давно хотела это что-нибудь вредное покушать. Это кошкин дом. Здесь киски живут. Киси здесь живут. Видите? Пышки. Так. Вон там тоже киси гуляют. Ой, мне сейчас подниматься. Хочу зайти в магазин. Аюзбир. Там я видела в рекламе, у меня в Инстаграм вышла реклама, что там на этой неделе по скидкам игрушки детские. С хорошими скидками посмотрю. Может, успею что-нибудь. Чьи охотник, да? Не успел. Улетела. Кстати, я выложила сегодня в Телеграм видео нашего Лео, как он везде за мной ходит. Ну, как бы всегда возле меня бывает. И кто-то, одна из моих зрительниц, постоянных подписчиц, написала, что ей очень-очень, просто очень жаль Лео, так как я его кастрировала. Вот. Что теперь у него вся жизнь, короче, ушла в разнос и так далее. Смысл жизни нет. И, ну, короче, все тому подобное. Что он очень грустный, у него в глазах только грусть. Ой, ну не знаю. Всем бы так грустить и жить такой жизнью, как живет наш мальчик. Он купается в любви, в заботе. Поэтому я думаю, что любой котик мечтал бы оказаться на его месте. Ой, поднимаюсь. После еды это вообще особенно тяжело делать. Здесь написано, что после своих собак убирали. Ну, это делают редко. Но некоторые убирают. Тяжко. Отключаюсь пока. Быстренько показываю, что я купила. Так, мясо купила. Я буду делать сегодня плов. Почем у нас сегодня мясо? Вот смотрите. Килограмм 128 лир. Вот так вот. Здесь на 150.
Зашла в Аюсбир и нет, сперва расскажу не про Аюсбир, а то так неинтересно. Вчера то, что я купила там на Хатае. Смотрим. Я зашла в Gratis, купила вот два таких осветлителя шестерочки. Они по 11 лир, если я не ошибаюсь. Да, они по 11 лир. И потом вот этот крем взяла с какой-то скидкой. Он мне обошелся... Короче, 60 лир он обошелся мне. Так, пускай будет, в принципе, он у меня кушать не бросит. Так, 11, 11. Почему я цены сейчас вам показываю, чтобы вы поняли, к чему это я. Дальше я зашла в следующий магазин. Так, девяточка, 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 по 3 лиры они. Ну, можно сказать, что все зависит от марки, ну, как бы, ну, такая разница, не знаю. Это Калистон, это какая-то New Favre, не знаю такую марку. Взяла в этом же магазине краску Палет, она мне более-менее понравилась по цвету. 30 лир вот эта краска. 30 лир. К чему я говорю цену, поймете. Я дальше еще в одном магазине ее купила. И хотела детям купить вот эту марку, эти, господи, гигиенические помады. Отдельно они 30 лир где-то стоят, а я взяла с кремом. Я очень люблю вот этот крем для рук, он хороший, мне прям нравится. По 27 лир помада и крем. Три штуки там было, три штуки взяла. Это я очень выгодно купила, потому что мои дети уничтожают помаду. Дальше я зашла теперь в Аюсбир. Смотрите, теперь та же самая краска. Та же самая, тот же самый цвет. Я эту краску купила... Так, где она? Палет. Три краски. Сейчас, секунду. Да, вот. Я их купила, три краски за 50-70. Ну, по 17 лир купила одну краску. Где 17 лир и где 30 лир. Вот. Я со скидкой взяла. Потом... Три последние были, вот я три взяла. Потом купила шоколадки. Мне нравятся эти шоколадки. Раньше я брала полностью молочные, а здесь горькие молочные. У меня муж любит горькие. Они тоже идут со скидками по 18,50. Это очень выгодно. Сколько штук взяла, не знаю, 4, по-моему, взяла. И взяла вот эти вот мармеладки детям. Пусть будет, да? Кушать не просит. Теперь. Это я куда зашла? Это я даже не помню. Косметика, это, по-моему, отсюда. И это то, что я купила здесь рашки. Вот эта фигня для меня. В общем, за вот это я заплатила. Так, 100 я ему дала сперва, потом 30. 130 лир вот здесь вот. Вот здесь, в этих безделушках, 130 лир. Себе я взяла вот этот зажим, потому что удобно очень собирать. Так, я сама, наверное, больше люблю вот это все, чем моя дочь. У нас вот такого цвета есть пальто, но резиночки не было подходящего цвета. Я не знаю, почем они. А, вот написано 12,50 одна резиночка. Кажется, на них цены есть, я не замечала. Вот эти по 10 лир. Это тоже такой же наборчик. Я взяла желтый и такой же синенький. Это сколько стоит? 15 лир вот эти две. 15 лир. Так. И вот эти зажимы у нас подобные были. Ну, мало было. Я взяла вот такие тоже. 4, 5, вот 15 штук. И потом в конце увидела, ну, не могла мимо пройти, вот этих вот ожерелья такие. Зерашки взяла с киской.
Кися, ну здесь череп, но ничего, главное кися. А Асланчику нашла один единственный с динозавриком. Вот. Они по 15 лир. Зажим не знаю, сколько стоит. Вот такие вот у меня покупки на сегодня. Сколько я потратила в общем, сейчас скажу. 150. Здесь 130, это уже 280. Здесь 140, это 420 получается. Здесь 120, это 540. И в гратисе 80, это 620. И поела я на 60 лир. 620, короче, вот я вышла, 700 лир истратила и пришла. А тебе? Тебе ничего мама не купила. Тебе ничего не купила. Не купила. Не купила тебе. Не купила. Все. Я сейчас буду нарезать мясо. Поставлю его варить. И посмотрим, что будет еще. Терешка не хочет с нами идти. Она хочет, чтобы ее какой-нибудь чужой дядя забрал. Нет. Не хочет же она. Сынуля, пойдем, ты в туалет хотел. Заходи давай. Зерочка, пока хочу. Пускай не идет, пускай идет на улицу. Нет, там закрыто уже. Закрыта там дверь, да? Да. Ну, пускай откроет и идет, куда хочет идти. Раз она с нами не хочет идти, раз она нас не хочет, нас не любит, пускай идет, куда хочет. Папа? Папа по делам поехал. Приедет. Идем, идем, Асла. Что ты хотел сказать, кого я спросил? Ну так бабуля не понимает, баба, нормально разговаривает. Бабуля так не понимает, ты нормально разговариваешь, чтобы... Она же на русском языке не понимает конфетки, она не понимает. С ней надо на турецком. На турецком скажи, бабуля. Я написала вам вообще. Ну что, попросишь у бабули? Попроси еще. Ну так не разговаривай. Не, бабуля не понимает. Duydunuz mu anne? Şeker var mı sen? Şeker ben sana yağını alayım. Tamam mı? Bitti bak, tamam mı? O şey bitmedi ki, var ki. Biliyorum, gördüm. Tamam mı, gideyim de. Yağını, ben size sevdiğim şeker alayım. Ne hangisinden alayım? He, babaannem? Hangisinden alayım? Dur. Ана, бак, гене бомбалар пасатмишлер, бак. Зеленый язык. Ай, бомба шатала. Эй, поела? Поела? Я сегодня идти, алим, бьем пару шейден, маркеттен. Кюртена сына не едим, тамам ма, бабанем? Нет, туда больше, баба. Benim kızım bak hiç ağlamıyor, uslu duruyor. Evet, 5 dakika. Лежу тут, кайфую. Дети с бабушкой там, они ее заставили играть, не знаю во что. Ну, что это? Идем, идем смотреть. Мяу. А
Valla burası soğuk ya. E, soğuk diyor, dinlemiyorlar. Асланчик, здесь холодно, пойдемте в другую комнату. Здесь не отапливается, потому что здесь никто не сидит. Пошли, холодно здесь. Видали такую маленькую тыкву? Такая мелочь.